В субботу 4 декабря на трассе А120 под Ульяновкой произошло массовое ДТП с тремя машинами. Одну легковушку разорвало пополам. Очевидцы рассказали, что виновником аварии стал водитель «Лады», который решил пойти на обгон и выехал на встречку. В результате он врезался в «Рено Дастер» и отскочил в другой автомобиль. Его машину разорвало на несколько частей. По предварительным данным, никто из участников аварии не погиб. Виновник аварии получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Единственной жертвой происшествия стала собака породы корги, находившаяся в разорванном автомобиле. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.